Всем привет! Приветствую вас на канале Fucking Sophia Play. И сегодня я решила сделать Адриану Лиму. Да, очень странно, но теперь я буду снимать Fucking Life только в первые времена. Я решила начать вот такой вот девочки, которая у меня есть. И давайте ей сейчас сделаем первые кубы. Потому что у нее явно не такие. Так. Это очень похоже, но как-то что-то не то. Это очень круто. Это нет. Ну, это не знаю. Может быть и да. Точно не такой маленький. Так. Ну, они слишком странные какие-то. Вряд ли это они. Мне кажется, надо загуглиться. Вот, я пришла, я вернулась, конечно. Так, я думаю, нам не надо пока что анимация, и вернемся к губам. Мне кажется, эти будут самые лучшие, потому что они такие. Ну, и еще нам надо коричневую помаду, потому что у нее вроде бы была помада. Я, если честно, не знаю прям на память, как говорить Адриана Лима, потому что я... Ну, вообще не фанатела, не фанатею прям по ней. Ну, она очень красивая, да. Я думаю сделать кожу потемнее, потому что, ну, я думаю, она потемнее. Если честно, то я сейчас озвучу. Поэтому я знаю, как говорится, Адриана Лима, и она не такая темная. Я просто ее забыла, извините. Ну, красные волосы у нее точно нет. Явно не блонд, но были. Но сейчас нет. Я просто хочу сделать версии черноволосый такой, темноволосый. Так, давайте перейдем по одежде. У меня не очень много одежды, потому что это второй акт. Ну и тут эти пану. Я на нем практически не играла, я потом его забросила, потому что, ну типа, мне было скучно, я хотела создавать новый аккаунт. Так, ладно, выбираем брови. Все какие-то странные. Я думаю, вы просите только поменять цвет. Потому что чем чернее, тем красивее. Так, теперь глаза. Ну, эти слишком маленькие здесь. Вот эти, мне кажется, шикарные. Вот прям идеально. Вот, прям шикарно. Так. Мне кажется, щеки добавить, потому что слишком пусто без них. Ну и теперь давайте точно к одежде. У меня очень мало одежды, я говорила уже. Так, ну она ходила в открытых вещах, потому что, ну типа модель, да. Victoria's Secret, поэтому да. Мне, ну эти джинсы на низкой посадке, но не прям на низкой, как бы хотелось. Жалко, конечно, она любила джинсы низкой посадки. Так, может у нее костюмы есть какие-то, потому что типа она тоже любила всяких таких костюмах, но кажется нет. Даже платья у меня нету, и все как-то не очень похожи. Юбки она вряд ли носила, я не знаю. Она больше джинсы любила. Короче, вышло как-то так. Я знаю, не прям идеально, но я пыталась. Ну, как в Авакине можно создать Адриану Лиму. Я думаю, все. На этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Желаю вам удачи в школе. Ладно. Удачи. Всем шестерок, пятерок.